Ну, нормально. Перед мордой не стойте, не умирайте. Давайте копия, смотрим, лови там. Вдвое сильнее страдания. Хильди там, как хильди. На 33% в танке прожмитесь хорошо. Все, можете прижиматься. Двое сильнее страдания. Смотрите, там Клифф и Вихрь друг дружки не ловите. Кто по центру танчит, дальше отходить, сейчас ДК будет некуда идти. Песать лимона. Там сразу двойные рейды, дайте друг, можете все дать. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Кушайте рыбу. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. Жрец под это тут с нами. В центре АФК стоишь. С расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь... Давайте, начинайте. Я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваться. Слуги, обратите их в пепел! Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Эти фласку на хп, у кого есть? Так, ладно, давайте по тактике, что там получается. Это жесть, все тупо на коне. Кони тут не первый же проходной мол. Так,
Так, Олег Танчич, первый заходишь во тьму. Кеншин Големов на трофазе Халена и Големов. Жрец ПД, Пайпер, Свет, остальные все во тьме, все на колени во тьме по дисплею, Свету, фокус по дисплею. Ты, фокус. Паладин, это Фридом и сами разбираетесь. Один, бери на броню, ставишь, Машулечка, сосредоточиваем. Четвертый, остается добивать, кроме демона. Друиды, намер заливаешь лимону. Джест заливаешь, Жрец ПД, на второй фазе, как зайдем. Мелкий трэш на портопала накуриваете. Пишите, кто куда эпик получает. Давайте чек на пул. Нет, во тьме остается только первая пати, остальные все выходим в свет. Крестобав, знаете? Призывай маму топи. Давай. Только смотри там... Так, ты у нас, кто у нас там, ты кот. Сразу не врывайся, то тебя трэш убьет. Там дай пару секунд на пул. Крит на хп, крестобав будет. Так, что там бабов не хватает? Каска есть. Ну, чек на пол вроде, все есть. Четвертая партия остается добивать, кроме демона. Ну, давайте все готовы, ДК начинай. Паническая нота, да. Да, я наполил. Первый метку к хвосту относите, к хвосту и через хвост возвращаетесь, ником. Дискальтио. Бежим. Кто на големах? Протопал, веселочка. Следующую метку к хвосту и через хвост возвращаетесь. Агафит. Кеншин, Соня. Бежим. Так, смотрим нормально. Так, давайте РД бейте больших, ДК заходи сразу, я не скажу когда зайти. Больших бейте РД. Заходим. Во тьме в печеньку все становимся. Дорн, бери. Рома диспалить. Когда ну заходите? Ждите. Заходите. Заливайте инер своим хилом. Рафит, по ходу движения, правее, 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 правее беги, правее, дискальти, правее беги. Проценты? 54. Сумма свод. Один. 52.
После метки будем выходить, только после метки. И портал не залейте. Смотрим, на какой метке Эллор выноси. Выходим в свет, выходим. Рост цвету. Бежим, свет, бежим. Смотрим, лужа как будет литься, смотрим внимательно. В рейд. Ой, лужа в рейд прям аккуратно. Так, рост во тьме, свет, только трэш бейте. Присты бьем через взрыв. Перебежим, Неймер, риснешь. Давайте. Блять, не надо так диспелить. Я не диспелил его. Я не диспелил его. Я не диспелил его. Ну, это Лока правильно. Да. Ну, сам, наверное, диспелил, потому что там фокусы и железпуды остались. Глянь, кто диспелил, я себя не сдиспеливал. Посмотрите по рекаунту. Вот он, рекаунт есть. Лоран, по-моему, это пец. Ну, спасибо. Нет? Ладно. Ну, есть кого-то рекаунт, кто диспелил? Чё, Маша умерла там в тьме? Танк. Мы с Лаком. Ну, посмотрите, кто диспелил с Исай. Никто. Кто диспелил с Исай. Дим, есть там кто точно диспелил? Чё-чё? Ну, кто его диспелил? Кого? Элорана. Элоран? Элоран же была Исай. А, Исай. Балмайс. Давайте фулл бафы все тут. А, не, подождите, не тут. Неймер, все, все тут можете фулл бафы давать. Давайте сейчас тогда ХП будем получать, если что. Пэтов там отключайте. Спелю только все на колени и фокус на второй фазе. Мой пет стоит, он не мог диспелить. Войт, что-то ты неактивный, Войт. Войт, что-то неактивный. Вы в рекаунте не можете посмотреть, навести на курсор, и да, там Руслан более подробно, кто кого сдиспелил? Да. Раз нет, то значит это не пятый лок. Кто-то мог диспелить. Лоран, Жрис ПД. А чё за Жрис ПД? Кто на последней фазе диспелит? Дайте приставав, чего вы стоите? А, есть приставав. Чек на пул. Дайте маунт. Маунта. Рик на ХП. Дайте кулаки по ДК. Кристалл. МП5 раздайте. Все-таки с диспелем, а вдруг это правда Пет? Ну не знаю, там подкрой книжку заклинаний, там и Пет. Ключи и выключи. Да, пожирание магии у меня, ну как, неактивные. Давайте, все готовы, заходим за линию, ДК начинаем. Нет выхода курьера. Диспельте. Через хвост возвращается. Бежим.
Метку хвосту выносите сейчас. Бежим. Смотрим, лужа будет литься. Нормально. Вред лужа. Лужа вред. РДД по большим, мелики добивайте, холёные мелки трэш свечитесь. Играйте по мелкому, мелики, ДК сразу заходи. Заходим рейд. А во тьме по печеньке ориентируемся. Левее, левее, левее. А, ну ладно, туда неси. Остерегайтесь теней. Заходите. Иннер своим хилом заливайте. Зачем это темп поставили на ману? Пропускайте лезвие ближе к труде выносите. Да еще много, 59. Фокус выноси. 53 52 51. После метки будете выходить. После лезвия, после метки. Смотрим, метка, намер. Выноси, свет, выходим. Рост свету. Пеппер выноси, хильки пеппера и хильки БДК. Так, смотрим, сейчас будет метеорит падать. Бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться. Лужа в рейд. А не, нормально. Так, рост во тьме, свет только по трэшу. Рост во тьме и только по трэшу играем. Рост хоть не дайте, пристрелить свет через взрыв бьем. Все, играем по холеону свет. Бежим свет. Свет холеона не бьем, свет не бьем холеона. Ждем лужа в рейд. Не, нормально. Давайте по трэшу играем. Давайте мелкий трэш добиваем. Большого добиваем. Досмотрите. Играем по холеону. Тьма, стопайте. Бежим, свет, тьма, стопайте. Дайте каплю на Кеншина, протопал. Смотрим лужи. Свет, играем по трэшу, тьма, бейте. Два мира, как обычно. Кто там? До стенки добегайте, дайте гимн на хп, все присты, свет. Присты, свет, дайте гимн на хп. Джесс, Треса и Намера.
Джесс Наймера, свет не бьем, только трэш бьем. Уберите нахер руки, если вы диспелить не умеете. Свет... Олег, агро, че тут? Компаунд был. Я понял. Свет не бьем, Халиона. Все, бьем Халиона. Бежим, бежим, бежим. Давайте, напуливайте, знаешь, как обычно играем. Лужа, нормально, повезло. Войт, выноси. Все на колени выноси. Пристыдайте им на ману. Свет только трэш бьем, большие и маленькие. Все неймеры, ресы и все на колени. Свет и два хила играйте. Стоп, свет. Свет не бьем. Ждем 60 и будем добивать. Скажите, когда во тьму зайти. Свет Халиона не бьет. Бежим. Напуливайте трэш, добивайте Халиона. Что хотите там, отдавайте, жмитесь, лужа нормально. Напуливайте трэш, добивайте. Ну, неплохо. Класс. О, плащ, чешка, кольцо, нихера. Как так? Король, плащ. Правда, мне он уже не надо, если мне на него не пускаю. Плащ. Так, жест. Грац. Какой пар? Какой пар, скажи? 55. Бля. Так, чешка миликовская. Блин, грац. Кольцо нахила на майнспек надо кому-то? Ником Грац. А фокус ты нахила ролишь? Ну да, я писал ВК. Ну, туда фокус. Да, я на своего крутого ДК зайду. Заходите на iPad. Там. Я зайду. Что-то я дамажу почти как носок с крауда. Я хорошая ДК, значит. Покажи. Yeah.